В областном центре состоялась аграрная выставка. Трактора, комбайны, автоматизированные системы точного земледелия, навигаторы и многое другое представили отечественные компании, реализующие сельхозпродукцию. С обширным ассортиментом ознакомилась и наша съемочная группа. Аграрные выставки – крупные мероприятия, тепло ожидаемые многими сельхозтоваропроизводителями. Главная их особенность в том, что покупатели могут воочию увидеть приобретаемую продукцию, оценить ее качество и проконсультироваться со специалистами. В мероприятии принимают участие компании из Петропавловска, Кокшетау, Костанай и Нур-Султана. Они представили различную сельхозтехнику, удобрения и гербициды. Мы проводим такие выставки уже сегодня, уже в 10-й раз. То есть в марте этого года провели 10-11 марта в городе Кустанай региональную выставку «Агро-Кустанай-2022», 22 апреля в городе Кокшетау «Агро-Кокшетау-2022», и вот сегодня, 16 июня, региональная выставка «Агро-Кызылжар-2022». Данная продукция используется в ходе протравочных, сенокосных, уборочных и прочих полевых работ. К слову, оценить представленный ассортимент прибыл первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Асмагамбетов. Сегодняшняя выставка позволит ознакомиться с всеми новейшими достижениями нашей науки, новыми достижениями нашей современной техники. И мы сегодня прекрасно понимаем о том, что новые подходы в развитии сельского хозяйства, диверсификация сельскохозяйственного сектора, а мы являемся одним из крупных производителей масличных культур. Продукция «Ростсельмаш» на отечественном рынке 20 лет. Компания производит около 60% всей используемой в области сельхозтехники. Сегодня они представили современные комбайны и трактора. Выставлена абсолютно новая машина. Но всю технику и так нашу знает. Это такие комбайны 4-5 класса. Это «Вектор», «Акрос». Вот, там 6 класса «Акрос» и 595 плюсы. И высшим классом это у нас роторные комбайны «Торум» идут. Да? Все их знают. Вот. И также у нас трактор 2375, который трудится на полях не только Северо-Казахстанской области, но и всего Казахстана. Компания Navistar Asia – официальный дилер американского завода Trimble, реализующего системы точного земледелия. Они представляют различную продукцию – агродроны, агронавигаторы, метеостанции, электромеханические автопилоты. К слову, последние, благодаря встроенным функциям, значительно повышают точность и производительность работы на поле. Данный экземпляр можно использовать как на посеве, так на химии, опрыскивании, также на уборке. В этом году более 250 единиц было продано система автопилотирования. У нас имеются также гидравлические системы, здесь электромеханика представлена. Стоит отметить, что аналогичные аграрные выставки проходят во всех уголках нашей страны. Тамерлан Тлеубаев, Михаил Казначеев, служба новостей.